Большое. Наср Хасан, телеканал «Раша Тудей». Сергей Викторович, какие перспективы проведения четырехсторонней встречи по урегулированию кризиса в Украине в свете последних заявлений намерений власти Киева о проведении силовой операции против протестов на юго-востоке страны и отсутствии реакции со стороны западных стран на таких заявлений? Спасибо большое. Мы уже этот вопрос затрагивали, в том числе публично. Говорили об этом с нашими партнерами, и с Джоном Керри, и с европейскими коллегами, с украинцами об этом говорили буквально в субботу. Мне звонил назначенный Верховной Радой исполняющим обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица, и мы четко заявили, что применение силы против демонстрантов серьезно подорвет вообще перспективы сотрудничества по урегулированию украинского кризиса. Ну, что касается реакции Запада, то мы ведь добиваемся от Запада внятной реакции на украинские события очень давно, много-много месяцев, с тех пор, как начался беспредел на Майдане. Вопреки всем законам, нормам поддержания правопорядка и так далее. Мы обращались к нашим американским и европейским коллегам с просьбой высказать свое отношение к незаконному оккупированию городов, улиц, площадей, общественных зданий. Обращались с просьбой высказать свое отношение к перевороту, который произошел 22 февраля, вопреки подписанному буквально накануне соглашению. Обращались с просьбой высказать свое отношение к правому сектору и к тем бесчинствам, которые боевики правого сектора творили и творят. Просили высказаться о том, что они думают о партии «Свобода», чьи парламентарии в Верховной Раде выступали с откровенных русофобских, антисемитских, экстремистских позиций, называли русский язык языком оккупантов, призывали расстреливать носителей русского языка, призывали лишать гражданства за участие в протестных акциях на юге и на востоке и, в общем-то, судить за федерализм, за призывы к федерализму. Просили мы наших партнеров и высказаться по поводу абсолютно незаконного разгона Верховной Рады и Конституционного Суда, по поводу выходок молодчиков правого сектора, которые сорвали проведение съезда судей. Судебная власть – это один из символов, как я понимаю, правового государства. Ну и вот теперь мы попросили их высказать, давно уже просим, с самого начала протестов на юго-востоке, просим высказать свое отношение к ним и попросили определиться, что они думают по поводу решения применить силу для пресечения этих протестов, в том числе с использованием армии против собственного населения. Не слышим мы никакой реакции. Слышим только призывы к России прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины, как будто украинский народ не может, не в состоянии и не способен к протестам, когда его права ущемляются. Ну и, безусловно, не мешает вспомнить, как насилие на Майдане, которое завершилось десятками и десятками жертв, называли демократией, а мирные протесты, которые сейчас проходят на юго-востоке, называют терроризмом и объявляют об использовании армии для проведения так называемой антитеррористической операции. Лицемерие просто зашкаливает. И я очень рассчитываю, что все-таки мы услышим честную, внятную реакцию наших западных партнеров, без каких-либо двойных стандартов и без попыток свалить с больной головы на здоровую, обвинять Россию и не видеть глубинные причины тех протестов, которые сейчас прорвались наружу, потому что русские, русскоязычные на юге и на востоке ощутили себя преданными
теми властями, которые говорили о свободах, о равных правах всех украинцев, и пальцем не пошевелили для того, чтобы начать вменяемый диалог с Юго-Востоком. До тех пор, пока Юго-Восток не заявил о том, что он не будет мириться с таким положением. Только в последние дни какие-то действия стали предпринимать из Киева, но эти действия тут же были смазаны решением, о котором вот вы меня спросили, решением применить силу в полном объеме, включая армейские подразделения. Это крайне опасное развитие событий, и те, кто поощряет нынешние власти в Киеве к такому поведению, должны в полной мере понести за это ответственность. Спасибо. Пожалуйста, агентство Bloomberg. Сергей Викторович, Илья Архипов, агентство Bloomberg. Хотел продолжить все-таки тему Украины. Очень там все активно и драматично развивается. Ситуация на Востоке ухудшается. Что Россия планирует делать в этой ситуации? Что станет тем условием, как бы, при котором Россия решит все-таки вмешаться военным образом, силовым образом? Есть ли сейчас представители российских силовых структур на территории Востока Украины? Подтверждаются ли данные российской стороной о задержанных сотрудниках ФСБ и ГРУ, о которых говорит Киев? И в то же время инициатива о проведении всеукраинского референдума о статусе госустройства Украины, о котором сегодня сказал Турчинов 25 мая вместе с выборами. Вот такое предложение Турчинова является ли позитивным каким-то развитием на фоне вот всеобщего кризиса? Спасибо. Или все, нет? Все вопросы у вас. Все. Спасибо. То, что мы делаем, это хорошо известно. Мы в последние дни, с тех пор, как украинские деятели, которых назначила Верховная Рада, стали вслух грозить ультиматумами и применением силы, мы настоятельно требовали от наших западных партнеров, прежде всего американцев, урезонить этих деятелей и не допустить подобного сценария. Мы вчера провели чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, где на основе заявлений Министерства иностранных дел от 13 же апреля принципиально поставили вопрос о неприемлемости потакания игре мускулами, потребовали прекратить подобную деятельность, и сегодня будем проводить специальное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Параллельно хотим понять, что же все-таки на самом деле предпринимают наши западные коллеги. Хотим, в частности, понять, что означают сообщения о срочном визите в Киев директора Центрального разведывательного управления США господина Бреннана. Пока нам объяснений не предоставили, которые были бы вразумительные. Что касается ваших гипотетических вопросов о том, что должно произойти для военного вмешательства, я даже не буду спекулировать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины. Это противоречит нашим интересам. Там нет наших агентов, ни ГРУ, ни ФСБ. Нас упрекали в том, что это не так. Несколько раз Джон Керри мне об этом говорил, Дещица мне об этом говорил, что они кого-то там арестовали. Я ему сказал в субботу, если вы кого-то арестовали, предъявите. Они почему-то этого не делают. Вот сейчас говорят, что если будет четырехсторонняя встреча, мы там все предъявим. Ну, значит, им нужен скандал на четырехсторонней встрече, и значит, у них какие-то там откуда-то надерганные квазифакты. Если факты есть, не надо стесняться их предъявлять. Если стесняетесь предъявлять, значит, фактов у вас нет. Здесь разговор очень простой. Поэтому еще раз подтверждаю, что не в интересах России дестабилизировать ситуацию на Украине, а в интересах России, чтобы Украина была единой, и чтобы на Украине все без исключения национальные, этнические группы, все без исключения регионы, чувствовали себя в своей стране гражданами равноправными, а не людьми второго сорта, которые вынуждены ежедневно выслушивать оскорбления
и переносить издевательства со стороны неонацистов, которые прорвались к власти в качестве одного из участников коалиции. Вот что отвечает российским интересам. Целостная, единая, дружественная нам, братская Украина, которая, граждане которой спокойно существуют, живут в своей стране, пользуясь всеми правами и имея возможность без каких-либо проблем общаться со своими соседями по другую сторону границы. Что касается, да, и достичь этого, конечно же, можно только через глубокую конституционную реформу, в которой должны на равноправной основе участвовать все без исключения политические силы и все без исключения регионы Украины. На равноправной основе. Я пока еще не знаю деталей того референдума, который вот объявлен на 25 мая о статусе государства. Ведь очень важно то, что будет выноситься на референдум. Я уже имел возможность комментировать ситуацию с подготовкой новой конституции. Ею занимается некая группа или комиссия, созданная Верховной Раде, о работе которой мало чего известно, если сказать мягко. Я, например, вообще не знаю, о чем там идет речь. И наши коллеги на Юго-Востоке, судя по их требованиям, также не в курсе, чем занимается эта группа или эта комиссия. Если идет речь о том, чтобы слепить, извините за грубое слово, некий текст внутри Верховной Рады, без участия регионов, и потом вынести его на референдум, то, наверное, это не отвечает критериям, о которых мы говорим, о которых говорят на Юго-Востоке, и мы поддерживаем позицию Юго-Востока. А эти критерии состоят в том, чтобы их пригласили к непосредственному составлению текста Конституции, а не просто к общенародному обсуждению уже чего-то, что подготовили за их спиной, как это было в Советском Союзе, когда выносилось на всенародное обсуждение то, что уже было предрешено. Если украинские власти наконец прозрели и объявят в начале подлинного конституционного процесса, пригласив туда всех, о таком я сказал, все политические силы и все регионы Украины без исключения, скажут, вот давайте каждый заявит свои интересы, и на этой основе мы будем искать общий знаменатель, и вот тогда у нас получится конституция, которая действительно объединяет и обеспечивает интересы всех украинцев. Это другое дело. Но у меня почему-то подозрение, что об этом те, кто захватил власть в Киеве, пока не думают. Но их нужно, до них нужно донести безальтернативность такого подхода. И именно поэтому мы видим справедливый характер тех протестов, которые сейчас происходят на Юго-Востоке.